Сейчас надо обрывать, походу. Вот. На самом этом. Все уже вот. Вот такая тепличка. Такая мини-тепличка. Сделай как не один, говорит. Вот так. Все цветет и пахнет. Ну, легко делать и быстро, и все эти там дуги, вставляются между стекла, дуги на зиму вынимаются. Да, все вынимается, что хочешь, то и сажай хоть. И огурчики. Вот, ну, пожалуйста, тепло, вот, даже в сентябре. Я не открываю ничем, вот уже сколько считай, неделя холодно. Угу. Растут и... Таких довольно, товарищи, много. Вот. А я думаю, куда стекло закрывать, целые пачки. Вот. Ну, у меня все до сюда. Вот. И удобно, и быстро, и без того, так вообще классно. Все копать даже, вон курсы прямо лежат. Я не собираюсь, у меня все завалено, вся эта самка. А когда поначалу-то они пошли первые, а вот за первые-то пошли еще то самое. Так, помидоры, огурцы, все что угодно, да? Хоть, у меня в прошлый год помидоры были, по две штучки так сажаешь, помидор был, ни одной черной. Вот. Ну и в этом году тоже. А в этом году посадил вот тот парник, он выдернул, он валяется. Угу. В теплице большой, тоже помидоры. Вот так вот. А тепло, вон говна, все, культур-мультур. Вот так вот. А Женька сняла тоже, говорит, сделай мне один, я и сделал.